видимо, значительное расхождение в росте, это тоже не приветствуется, а может быть даже наказывается судьями. Я не знаю насчет наказания, но настоящие спортсмены путем тренировок адаптируются ко всему, а мы жмем кулаки за Арину, которая выступает. За Дину, простите, они для меня вот две родные капельки, две родные сестрички. Итак, Дина, вперед. Мы с тобой. Великая музыка Чайковского, первый концерт. Я боюсь сбиться со счета, но не считая элементов риска, я не получилось.